У нас на улицах были бы просто горы мусора, которые бы мы не смогли вывести в принципе. Всего этого удалось избежать благодаря аргументированной позиции администрации и общественности. Транспортная прокуратура добилась в суде решения о переносе мусороперегрузочной станции, которая расположена в районе хутора Красный, рядом с полигоном, также закрытым ранее по решению суда. На исполнение решения было дано 2 месяца, однако представители надзорного органа настаивали на обеспечительных мерах, что фактически означало бы немедленное закрытие площадки. Вместе с тем, место для перегрузки мусора необходимо по технологии. У нас такого количества мусоровозов, чтобы вот напрямую там с улицы, там, предположим, Новороссийская, он заполнился и пошел на Абинск, нигде не перегружаясь. Вы представляете, это техники нужно в раза в 4 больше, чем у нас есть, потому что дорога на Абинск, понятно, да, что сейчас, особенно в это время года, это дорога на море. Да, оттуда, с России. То есть там пробки бешеные, мы бы стояли все в пробках. Когда бы эти мусоровозы вернулись? Утром уехали, вечером приехали. Анжелика Бузунова назвала нынешнюю ситуацию с вывозом мусора непростой. Весной этого года по иску транспортной прокуратуры закрыт городской полигон твердых бытовых отходов. Их начали вывозить под Абинск за 170 километров, если считать прямые обратные рейсы. Стоимость вывоза мусора для населения и предприятий выросла почти в 2 раза. 90% тарифа – транспортная составляющая. Теперь прописку сменит мусоросортировка. Администрация подобрала площадку в районе хутора Верхний Ханчакрак. Несмотря на то, что в тарифе же у нас заложена перегрузка на хуторе Красном, да, а теперь, если даже она будет в Верхнем Ханчакраке, это будут дополнительные расходы. Но я думаю, что мы сумеем найти общий язык с инвестором для того, чтобы больше для населения, для юрлиц, находящихся на нашей территории, увеличения больше никакого не последовало. В перспективе площадка будет необходима, когда заработает новая система межмуниципальных полигонов. Ее разработали на краевом уровне. По плану, мусор из Анапы должны возить в станицу Варениковскую, что гораздо ближе, чем Абинск. Следовательно, появится возможность снизить тарифы. Однако пока для проекта ищут инвестора.